Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами мы продолжаем проходить игру под названием Infectonator 3 Апокалипсис и в ней распространять зомби-вирус по планете Земля. И да, друзья, прежде чем начнем, у меня будет маленькая к вам просьба. Если вам нравится смотреть мои видосы и вы хотите помочь каналу, поставьте, пожалуйста, на этот видос лайк, я буду вам очень признателен, сейчас это безумно важно. Если, конечно, у вас такая возможность есть. Ну а мы, в общем-то, начинаем. И я хочу осуществить свой план, который задумал довольно-таки давно. Мне нужно как-то сбить эти колбочки, потому что, как написали вы в комментариях, если эти колбочки будут постепенно набираться, люди, наконец-таки, придумают сыворотку от моего зомби-вируса, и, в общем-то, игра будет закончена. И для того, чтобы эти колбочки сбить, нужно нажать на эту кнопку Fight. Но я почему-то не могу понять, почему она до сих пор недоступна. Видимо, нужно больше заразить регион. И нужно заражать именно вот это место, где находятся колбочки, или подойдет вообще весь регион. Давайте проверим. Так, сейчас у нас 8 пунктов, нужно 20, я так понимаю. Давайте, например, пойдем в Дубай и попробуем там немножечко повоевать, немножечко позаражать людей. И посмотрите, люди стали уже действительно очень сильными. Блин, друзья, это очень печально, но у нас есть куча зомбарей, куча классных воинов, и мы попытаемся все-таки здесь что-то сделать, но мы нихера не смогли сделать. Офигеть, одни военные, друзья. Была бы у меня сейчас граната, я бы как закинул ее сюда, но гранаты, к сожалению, я не купил, я затупил, нужно было это сделать. Да что ж вы бегаете, нате вам зомбаря, да зомбарь даже ничего не успевает сделать. Одни военные, они все в броне, они все с пушками, и, короче, это, друзья, жопа. Надо что-то предпринимать, потому что, ну, люди действительно очень-очень... Нифига себе! Я даже этот регион прошел. Люди становятся безумно сильными. Да, температура, все дела. И, короче, да, 9 пунктов. Нужно, короче, тут немного повоевать, но для начала я зайду в лабораторию, прикуплю себе предметы для поддержки, несколько гранат возьму, денег у меня, в принципе, хватает. Возьму мину, возьму бомбу, возьму вот эту штуку. И можно, в принципе, идти... И смело уничтожать всех. Друзья, сейчас я буду сражаться гораздо ожесточенней, гораздо круче. И этот регион подвергнется полному уничтожению. Главное сейчас не спровоцировать появление спецназа. Почему так много было спецназа в прошлый раз, я, честно говоря, не знаю. Ладно, давайте запустим вирус. Так, потом бабахнем здесь гранату. Зашибись получилось. Немножко зомбарей вызовем. Такс. Еще одна граната нужна. Пам, хорош. Нет, не хорош. Откуда они появляются? Откуда их так много? Я просто не успеваю и взрывать, и убивать, и заражать. Я реально просто не могу успеть, друзья. Жестяк какой-то. Это просто реальный жестяк. Потратил все вспомогательные предметы, но ничего сделать не смог. Жесть. Очень много чувачков. О, зато новые локации открылись. Но мы должны здесь добиться. Добиться появления кнопки Fight. Ладно, пошлите в другой регион. Тегеран, по-моему, да, это? Попытаемся здесь что-нибудь сделать. Но, опять же, очень много... Ладно, заражаем его. Сразу выпускаем зомбарей. Так. Пам, хорош. И жесть! Жесть какая! Охренеть, друзья, я просто беспомощен. Абсолютно. Так, сладненько, сейчас будем что-то думать. Что-то надо обязательно делать, иначе это будет, друзья, жопа. Я вообще нихера не могу сделать. Ну, может, в Багдаде получше получится, не? Надо заразить кого-нибудь крутого. Посмотрите, даже у обычных людей у всех уже имеется в руках оружие. Ладно, заражаем. Поехали. Граната, бам! Отлично, запустил гранату. Теперь остались только обычные люди. У меня есть куча зомбарей. Я могу попытаться что-то сделать. Не могу. Давайте же, ну... Давайте, зомбари, ну делайте хоть что-то, нате мину вам, бам! Я убиваю людей, да, но с помощью только обычного оружия, жесть. Зомби вообще ничего не могут сделать в этом регионе. Слишком сильно люди организовали оборону. Это, друзья, пипец. Деньги, в принципе, я зарабатываю, да, но что-то как-то не особо идет. Может быть, прокачать зомбарей стоит, прокачать им ХП. Давайте отправимся в лабораторию и посмотрим, что с этим можно сделать. Так... Защита от урона. Надо все-таки, да, ее вкачать пару раз, потому что, ну, реально не хватает. Не хватает. Возможно, зомби будут немного помощнее сейчас. Потом шанс мутации прокачаю. Прокачаю еще инфекции. Шанс. Все, поехали. Блин-блин-блин-блин-блин-блин-блински. Я не знаю, что мне тут делать. И когда откроется кнопка Fight? Нужно еще 8 раз победить противника. Тогда я, наконец-таки, смогу это место
обеспечить нормальным появлением зомбарей. Давайте, зомбари, идите, идите, идите. Граната, граната. Бам, хорош, хорош. Зомби, 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 пошли. Друзья, получается, наконец-таки мои зомби что-то могут сделать. Гранату, сейчас еще раз гранату закинем. А нет, в принципе, она здесь не нужна. Ура, ура, просто здесь было открытое пространство, и таким образом я смог полностью регион развалить. Обычно это удается мне очень редко, и наконец-таки я получу сундук, из которого я смогу что-нибудь достать. Давайте, перфект, зашибись. Что же там будет лежать интересного? Давай, 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 зомби, как раз таки зомбарей мне и не хватало в последнее время, и нужно повыполнять, наверное, друзья, задание, чтобы получить дополнительную копеечку. Так, нужно скрафтить 3 зомби и заспаунить 2 сталкеров, ну, в данный момент еще одного. И нужно убить 5 людей с помощью канистры. А что за канистра? Это канистра. А, канистра — это вот эта бомба. Ну, давайте. Кстати, эта бомба, она же заражает тоже людей. Надо ее использовать почаще. Возможно, еще бургер надо использовать. Короче, все, прикуплю. Но самое крутое оружие — это вот эта вот жидкость зеленая, которую ты просто разливаешь, и люди все потихонечку начинают... Ну, вы понимаете. А-а-а! Друзья мои, у меня же еще куча ДНК. Отлично. Имеется куча ДНК. Но, блин, земля тоже не стоит на месте и постепенно уже практически открыла лекарство от вируса. Увеличение атаки для зомби, да. За 5 единиц, в принципе, можно прикупить. У нас появляется какая-то штука непонятная. Это, видимо, какой-то новый удар для зомбарей. И давайте... Давайте, давайте, давайте... Ну, давайте. А, ни на что не хватает, очень дорого стоит. Блин, по 7? По 7 стоит? А может быть, и не стоило это прокачивать? Может быть, надо было прокачать что-нибудь другое? Не совсем удачно я прокачал. Ладно, все, идем сражаться дальше. Хотя, подождите, подождите. Я же совсем, друзья, забыл про зомби. Я могу сейчас заспавнить сталкера. Так, давайте скрафтим сталкера. Будет миссия выполнена. Далее, 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 наверное, давайте прокачаем обычных зомбарей. А, нет, нужно 25. Окей, подожду. Зомби должны становиться сильнее. Отправляемся сюда. Нужно еще 6 раз победить. Поехали. Так, надо выбрать получше место. И сразу зафигачить туда гранату. Давайте, бам, бабахнем гранату. Зашибись. Заражаем теперь обычных людей. Заражаем полицию. Кидаем эту штуку. Кидаем зомбарей. Да-да-да-да-да, нормально получается. Нормально. Главное не сбавлять темп. Гранату. Бам, хорош. Все, зомби расползлись. Зомби расползлись. Людям не выжить, мне кажется. Здесь людям уже не выжить. Мина. Все, всех завалили, друзья. Бабах! Вот это я понимаю, вот это другое дело. Наконец-таки я научился делать более-менее правильные вещи. Нужно еще использовать бомбу будет, вот эту вот канистру. Оп, сундучок, хорошо. Нужно использовать канистру, возможно, стоит начинать свою атаку именно с канистры. Так, а сталкера я не заспавнил, да? И 3 зомби не закрафтил. Но зато у меня теперь можно прокачать зомбарей, отлично. Левел ап. Зашибись. Так. Поехали снова в этот регион. Сейчас мы его добьем, друзья. Сейчас я закину сразу канистру. Посмотрю, что из этого получится. Где канистра? Троечка. Блин, а я не прикупил, друзья, ничего. А что канистру-то я использовать не могу? Во, канистра. Бам, хорошо. Пошло заражение. Здесь заражение кидаем. Поехали. Зомбички, расползайтесь, мои малыши, давайте. Хорош, друзья, вот это я понимаю. Вот это жестко. Канистра, друзья, это безумно крутое изобретение. Надо чаще использовать канистру. Все, наконец-таки я вошел в правильный ритм. Все, теперь точно людям не устоять против моей зомби-атаки. Против моего зомби-нашествия, ха-ха. Так, канистра использована, сталкер заспавнился. Надо теперь закрафтить 3 зомбарей. Ну, давайте попробуем это сделать. Хотя, блин, ни на что не хватает. Ну, может быть, на... Давайте закрафтим 3 толстячков. Пускай будут. Так. Новых зомбарей у меня, к сожалению, нету. Я хочу открыть новых зомбарей, друзья. И давайте заспауним сталкера. Хотя, подождите, это задание было выполнено? Давайте вместо обычных возьмем сталкера. Хорошо. Все, поехали. Опять этот регион. Ну, блин, в других регионах тоже уже жестко развивается лекарство. Так, пойдем сюда. Блин, я не купил дополнительные средства, друзья. И поэтому я могу, друзья, из-за этого всрать. Ладно, закидываем сразу сталкера. Закидываем Фредди. А, они даже не успевают ничего сделать. Они просто погибают мгновенно. Просто появляется. Бум! Сразу шквал патронов. Сюда бы гранату закинуть. Или канистру. Вот это было бы круто.
Короче, нужно вызывать зомбарей, там люди скапливаются в этой точке, я закидываю туда канистру и получаю победу. Это супер выигрышная тактика, надо купить канистру. Канистра, правда, дорого стоит, сразу куплю две, пускай будет, несколько гранат, несколько мин. Бургер я еще не использовал, нужно еще бургер пытаться использовать, он, по-моему, вроде как привлекает людей. Так, поехали. Снова сюда. Такс, посмотрим, как работает бургер. А где бургер? А че бургера нету в комплекте? А чё бургера нету? Ладно, странно. Ну, начнем, наверное, с канистры, да? Или как? Или с заражения. Ну, давайте сначала заражение закинем, потом закинем канистру. Поехала канистра. Отлично. Поехали зомбари. Граната. Бам, хорошо. Еще зомбари. Блин, друзья. Канистра, бам. Надо было сюда канистру закидывать. Мина, бах, пошло. Хорошо. Ну, почти всех развалили. Все равно зомбарей немного не хватило, друзья. Ну, ленд-мину давайте используем. А че мина не взорвалась-то? Жестяк. Неудачно получилось, друзья. Почему нет бургера? А, бургер надо поставить. Давайте бургер вместо мины попробуем использовать. Возьмем несколько гранат. Возьмем еще одну канистру. Ну и, в принципе, пока, наверное, достаточно. Поехали. Осталось один раз. Один раз победить в этом регионе. И с вирусом будет покончено. С исследованием вируса будет покончено. Кидаем сюда эту штуку. Давай. Бургер кидаем сюда. Не знаю, что он дает. И закидываем канистру. Бабах, понеслась. Вот теперь зомбари пошли. Не, недостаточно, друзья. Недостаточно. А, не, достаточно. Зомби бегают супер быстро мои. Всех. Просто идеально. Всех развалили, а бургер стоит без дела. Зря я только его использовал. Хорошо. Канистра, блин, это безумно крутая штука. Надо привлекать людей, потом закидывать канистру и все, и это победа. Перфект. Отлично. Снова сундучок, и сейчас мы пойдем убьем этого босса. Нифига, сколько зомбарей мне дали. Токсиков дали. Я не знаю, что делают токсики, но мы, короче, можем сейчас выиграть здесь бой. Купим канистру, естественно. Где канистра? Вот она. Хорошо. Бургер куплю, попробую использовать. Куплю вот эту штуку, конечно, она тоже очень крутая. Гранаты, ну, в принципе, не надо пока. Так, босс, прежде чем отправить... Чё? Эй! О, вот это я понимаю, все. Скидывают, короче, туда бомбы ядерные, друзья. Надо сейчас босса завалить. Чё, завалим Рэмбо? Они туда атомные бомбы скинули. Они скинули туда грёбаные атомные бомбы. Теперь нужно отправляться на американский континент и там пытаться что-то сделать. Кстати, хватает на ДНА апгрейд. Давайте прокачаем это. Надеюсь, это хороший выбор. Берсеркер появляется какой-то. И хотелось бы еще прокачать. Ага, больше ни на что не хватает. Вампирский поцелуй. Было бы круто. Такс, есть деньги. Прокачаем защиту от урона. Потом прокачаем, наверное, скорость еще раз прокачаем. Это прокачаем. Ну и, в принципе, шанс мутации тоже нужен. Поехали. А, подождите, чуть не забыл. Хотя нет, здесь все имеется, можно идти воевать. Пытаться победить босса. Поехали! Посмотрим, что это за босс, из чего он сделан и как с ним вообще сражаться. Мне кажется, будет очень тяжело. А вот, в общем-то, и этот Рэмбо. Так, давайте закинем сначала бургер, посмотрим, как он работает. Что это вообще за штука? А, нихера себе! Привлекает, короче, людей он. Ладно, закидываем бомбу. Здесь кидаем заражение. Привлекает людей... И они начинают заражаться. Я даже не знал, что это так работает. Бах, хорош. 7. Давай. Надо убить босса. 4. Хорош. Граната. Понеслась. Блин, слишком уж сильный этот Рэмбо. Я даже пол хп ему не снял. Потратил все ресурсы, но пол хп даже не снял. А есть ли вообще смысл с этим Рэмбо сражаться? Не знаю, может, я еще слишком слаб для битвы с ним. Бургер прикольная штука, друзья. Несомненно, бургер прикольная штука. Ладно, купим еще один бургер. Если их несколько расставить, друзья, совместно с канистрами, может получаться очень хороший эффект. Если научиться грамотно использовать, но пока я не умею грамотно использовать. Короче, поехали. Отправляемся сюда. Нужно здесь попытаться предотвратить появление зомби антидота. С чего бы начать? Ну, давайте закинем, наверное, для начала бургер. Все захотят его съесть. Потом закидываем туда бомбочку. Здесь заражение устраиваем. А нет, сначала Фредди. А даже без заражения, смотрите, друзья, справился. Давайте заразим его на всякий случай.
Ну, здесь все довольно просто. Здесь я сейчас буду зарабатывать кучу денег, буду зарабатывать кучу сундуков. Здесь мы будем сражаться отлично. Блин, какой же я дурак, что раньше не начал использовать эти все примочки. Было бы гораздо круче. Кстати, берсеркер. Надо испытать берсеркера. Мне кажется, это очень мощный зомби. Где он, кстати? Вот он тут. Кстати, вместо кого? Блин. Опа, а, не, не хватает пока, ладно. Давайте вместо сталкера. Все равно их у меня нету. Так, справляемся снова сюда. Лаборатория. Дополнительные предметы. Блин, то, что каждый раз приходится покупать, конечно, меня это огорчает. Я запарюсь каждый раз покупать. А если закупаться сразу большим комплектом, то это дорого стоит. Нету столько денег у меня. Поехали, посмотрим, что здесь дальше. Двери закрыты, блин. Начать с бургера или начать... Ладно, давайте сюда закинем бургер на полицию. Здесь заражение берсеркера. Блин, хотел заражение сделать, а не берсеркера. Открываем двери. Ну, так все довольно просто. Здесь вообще легчайший уровень. Берсеркер очень жесткий, друзья. Походу, берсеркер реально жесткий. Но заражает ли он людей? Я не знаю. Да. Level up. Перфект. Полностью регион уничтожен. Зашибись. Что там дальше у нас? Зомбари? Ладно, тоже неплохо. Поехали. А я тут даже, в принципе, ничего и не использовал. Хе, только бургер использовал. Давайте еще один купим. Так, поехали дальше. Открывайте. О, вот куда мне нужно, друзья. Вот куда мне нужно. Вот сюда. Понеслась. Сейчас мы покажем этому региону. Сейчас мы покажем. Сначала начнем с бургера, наверное, да? Потом заражение здесь. Такс. Закидываем сюда берсеркера. Блин, это был не берсеркер. А, хотя, в принципе, и так уже нормально. Все, людям не выжить. У-у. Главное обезвредить боевые силы противника. Главное именно это сделать. А что это там чувачок бегает? А ну-ка убейте его вот так. Другое дело. Я уже думал, что он выживет. Было бы не очень приятно. Ну и думаю, пока на этом можно остановиться. Результат у нас уже гораздо лучше, чем в прошлых сериях. Я наконец-то научился управлять зомбарями. Фух, мы сражаемся достойно, друзья. Это факт. Продолжим мы с вами в следующий раз. Ну а пока на этом все. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.